Зачем пришли? В гости к другу. Да? Мы с ним дружим уже лет 15 с Колей. Вот, так Коля давно написал. Знаем, да. И... Пользуется такой возможностью, значит, когда он приехал в Жуковский, а не надо к нему ехать куда-нибудь далеко. Да, так да. Что замечательно. Любое время, да. Талант его, конечно, нас так что радует. И ждем с нетерпением концерт. Спасибо. Спасибо. По новой, да? Ну а как с этими, с масками-то? С масками, да. Никто не узнает же потом. Естественно. Ну, как? Любим творчество Николая Анисимова. Передаем ему огромный привет. Любим это творчество этого поэта. Так что, я думаю, сегодня вечер будет всегда слушаем. Колоссальный. Очень любим этого певца. Постоянно слушаем. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно.
приятно видеть сегодня вас в зале. Очень много новых лиц, и мы очень этому рады. Начало весны в Доме ученых сопровождается серией концертов, в которых первую роль играют мужчины. И сегодня на нашей сцене автор-исполнитель, военный тележурналист, подполковник запаса, голос пилотажных групп России Николай Анисимов. Пристегните, пожалуйста, ремни безопасности. Маски просьба не снимать до конца полета. На сцене командир корабля Николай Анисимов. Добрый вечер, дорогие друзья. Наконец-то я в Жуковском. С сольным концертом. Я выступал здесь не один раз, и это было очень здорово. И в компании очень близких мне друзей, которые из Жуковского или рядом здесь. Сегодня, судя, ну как сказать, согласно тому, что написано было на афише, презентация нового диска, он действительно вышел вот всего лишь 2 недели назад. Я забрал из типографии вот эти ящики, это 4-годовая работа. Я уверен, что в зале большинство песен с этого диска слышали, потому что за 4 года их не скрыть. Просто на диске они в аранжировке. Это очень большая действительно работа целого коллектива и музыкантов, аранжировщиков, звукорежиссеров, дизайнеров и тех, кто занимается выпуском. Это все творческая работа, и очень серьезная работа, и дорогая, я скажу откровенно. Без помощи я бы ее не выпустил. Диск называется «Самолеты, вертолеты и пилоты». Самое интересное, у меня есть идея написать песню вот с таким названием. И как-то странно так получилось, что диск это название имеет, а песни пока нет. Я в первом отделении, ну, вот это большинство будет песен из этого диска нового. Там есть несколько вещей, которые есть на предыдущих дисках, но они со временем как-то, может быть, как-то их по-другому видишь. Поэтому, ну, мы начинаем. Говорят, архитектура – это застывшая музыка. А для меня полет самолета – это самая настоящая живая музыка. Она может быть совершенно разной, от нежного пиано-лайнера, оставляющего на инверсионный след где-то в облаках, до грозного крещендо штурмовика или вертолета, идущего в атаку. Летательный аппарат – это своего рода музыкальный инструмент. А музыкант – летчик. То, что делают наши авиаторы на этих крылатых и винтокрылых машинах, ну, никого не может оставить равнодушным. Лично меня это мотивирует на музыку. Я пишу песни об авиации. Всегда говорю, что без авиаторов эти песни никогда бы не родились. Без тех, кто летает в небе и работает на бетоне. Без тех, кто конструирует летательные аппараты, конечно же, это Жуковский. И тех, кто строит эту авиационную технику. Именно благодаря им мы можем видеть и слушать этот замечательный небесный оркестр. Иногда веселый, грозный, сплоченный и виртуозный, иногда веселый и бесшабашный. В его составе самолеты, вертолеты и пилоты. Я летчик. Красивая форма, лампа с голубой, и даже завидуют кто-то порой. Я летчик. И звук от турбин на земле лучший звук, а мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонным летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик. Черту, а небу я душу продал, мне кажется, я от рождения летал. Я летчик.
Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Комбез весь в поту можно просто отжать, и кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть, по праве стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. Увы, продолжает планета гореть, а значит, я снова, я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. Я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик. А что на земле? Мне совсем не понять, заставить хотят меня строго шагать. Я летчик. Награды и деньги совсем не про нас, и кто-то уходит на Боинг, Airbus. Я летчик, но в небе учили меня воевать, а значит, я должен, обязан летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю в бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Но только когда не по ней, а над ней. Но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. На этом новом диске есть эта песня. Называется она очень хитро. «Летчик М2», в скобках «Модернизация». Я почему ее... Ну, во-первых, как бы действительно она изменилась. Наверное, те, кто знают, обратили на это внимание. Причем это изменение уже четвертое. В первом варианте... Просто в этом году этой песни, в августе, исполнится 30 лет. И, конечно, когда она была написана, там и про военторг было, и так далее. Потом там про то, что и квартир-то не было. Сейчас вроде как бы у летчиков немножко получше с этим. Есть другие проблемы. Поэтому я, ну, вот, посчитал необходимым, чтобы она была на этой пластинке. Следующая песня называется... Такое не авиационное название, но песня авиационная в каком-то виде. «Мальчик на Феррари». Светило ярко солнышко в зените, убитый грач обломками молчал. Пищал комар отчаянно, спасите, а жив ли летчик, он не сообщал. Была надежда призрачная и шатка, до смерти здесь как в песне три шага. И наша винтокрылая лошадка несла нас прямо к черту на рога. А в это время мальчик на Феррари носился по Москве и по пути за час устроил несколько аварий. Пытался от
гаишником уйти. А мы пытались летчика найти. Нам вроде как везет, но так не шибко. Мы видим парашют, заметен бой. Нам дробим барабаны по обшивке. Но главное, что парень наш живой. Мы не поем безумству храбрых песню. Играть привыкли марш, а не романс. Плечом к плечу с любимой птичкой вместе. Пока мы с ней, то есть хотя бы шанс. А в это время по Москве, в Угаре, на правах и налево всем хамя, по тротуару в золотом фараре. Мальчишка несся, голову сломя. Мы тоже тут несемся, но дымя. Ай, трассеры все небо украшают. Там снизу бородатых прямо аншлаг. Что делать с нами, боженька решает. Мы живы, хоть машина как дуршлаг. Нам летчик снизу машет, уходите. Держись, браток, еще не кончен бал. Ярко светит солнышко в зените. Ты пан, браток, который не пропал. А в это время из Феррари мальчик по телефону папу набирал, показывал гаишнику вверх пальчик. И звезды снять с погонов обещал. А нас без обещаний Бог спасал. Со скоростью Феррари выходили. И где-то у нуля высотомер мы нашего парнишку уносили. А он ревел навзрыд, хоть офицер. Мы тоже слезы тщательно скрывали, а говоря, летают смельчаки. Мы пальцы ему долго разжимали, он в них сжимал гранату без щеки. Я всегда говорю, что жизнь гораздо круче, чем любой роман. Я эту песню писал, в общем-то, ну не то, что по какой-то конкретной истории, но были люди, которые мне рассказывали по Афганистану какие-то истории. Я как-то спел на одном из концертов, подошел ко мне человек, я знаю, про кого вы ее написали. И оказалось, ну, совершенно неожиданно для меня, да, я знаю Сергея Александровича Соколов, я не имел в виду его в этой песне, «Герой России», причем «Герой России» он был званием достоин, когда он с парашютом прыгнул на Северный полюс, так на всякий случай без ног. А в Афганистане, будучи 25-летним старшим лейтенантом, в апреле 1984 года на Су-17М3 его сбили. И в это время совершенно случайно вот так оказалось, что Ми-8 там летел, экипаж капитана Ефимова Сергея. И ну, они вот успели, то, что успели, они увидели этот бой, они увидели, там катапультное кресло валялось, увидели, где идет стрельба. И вот под шквальным огнем они его уже забирали без сознания, бросили в кабину, уходили под огнем, а техник, фамилия, по-моему, Маркоша, ну что-то такое, наверное, он перевернул, увидел, что он там в руке что-то сжимает. Он разжал ему пальцы, оттуда выпала граната уже без щеки, он успел ее выбросить в открытую дверь. К счастью, дверь была открыта. Это я всегда, опять же, возвращаюсь к тому, что жизнь круче любого романа.